Здравствуйте, у нас опрос продавцов цветов, но необычный опрос. Вот немного не по вашей работе. Вот скажите, что такое любовь? Любовь – это такое чувство, когда ты окрылен, когда ты готов на все ради человека. Наверное, бабочки в животе. А что это значит, бабочка в животе? Это, наверное, такое чувство внутри. Такое интересное. Что такое любовь? Это когда думаешь о человеке постоянно, когда хочешь делать для него все, полностью отдавать всю себя для него и не прося что-то взамен. Нужное чувство, конечно, но я сейчас вам не скажу, я правда затрудняюсь ответить. Зачем оно, нужное чувство? Господи, почему меня спрашивают такие вопросы? Любовь – это же огромное значение для многих. И она для каждого что-то значит свое. Каждый хочет получить что-то эмоциональное, фантастическое. Это мечта. Любовь. Я думаю, прежде себе любить себя надо. Будешь любить себя, и тебя люди примут. И будет все остальное. И семья, и мужчина, который тебя полюбит. И окружение, и работа, и все. Это прекрасно же, когда люди любят друг друга, ценят, уважают. Это забота. Ты кому-то нужен. Это же классно. Желаю всем такое встретить. Вот скажите, что для вас есть любовь? Для нас любовь – это цветы. Потому что они дарят все-таки доброту, радость, веселье, какую-то нежность. Для меня любовь – это уважение, забота, внимание, желание дарить радость, желание быть рядом в совокупности. Для меня все это любовь. Я хочу, чтобы любовь была у каждого, у парней, у девушек, такая же прекрасная, как эти цветы. Спасибо.